На Первом канале Евразия главные новости о самых последних и актуальных событиях в нашей стране. В это непростое время расскажут наши корреспонденты. В студии Вероника Вишневская. Здравствуйте. Сегодня в Казахстане день общенационального траура. Страна скорбит по тем, кто пал от рук террористов в результате массовых кровавых беспорядков. По всей республике приспущены государственные флаги, развлекательные мероприятия отменены. Телеграммы соболезнования Касым-Жомарту Токаеву и народу Казахстана направили президенты Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Беларуси. Слова поддержки нашей стране поступают и от официальных лиц зарубежных представительств.